Пермскую городскую думу 5-го созыва обновили более чем наполовину. Свои мандаты продлили 15 депутатов. 20 человек впервые заняли кресло городского парламента. После утверждения повестки дня депутаты приступили к рассмотрению главного вопроса – обсуждению кандидатов на пост главы города. Таковых оказалось двое – депутаты Максим Тебелев и Игорь Сапко. Претенденты на должность председателя Пермской городской думы представили собравшимся свои программы. Я бы хотел, чтобы в программе главы города отдельно звучала тема ЖКХ. Отдельно, может быть, красной нитью. Понятно, что она тоже в рамках генплана укладывается. Но вот по своему опыту скажу, 90% обращений, с которыми я сталкивался в ходе предвыборной кампании, связаны именно с жилищно-коммунальным хозяйством. Мы обязаны обеспечить нормальное бездвое функционирование системы муниципальной власти, независимо от кадровых и структурных изменений. Без общественного согласия, без постоянного мониторинга происходящих процессов, без оперативной и качественной реакции на идущие от граждан запросы, мы не будем полноценной Пермской городской думой. В основу нам необходимо положить принципы максимальной открытости власти. После обсуждения предвыборных программ депутаты отправились голосовать. По уставу волеизъявление проходит в поименном режиме. В итоге все 33 депутата, участвовавшие в заседании, отдали свои голоса за Игоря Сапко. Как считают депутаты, он сможет обеспечить преемственность деятельности прошлого и нынешнего созыва. По мнению народных избранников, жизненно важным для города является предложенное Игорем Сапко введение единых стандартов предоставляемых услуг населению. Это касается и здравоохранения, и транспорта, и коммунальной сферы. Считаю развитие именно этого принципа очень важным, и своей как раз деятельности планирую максимальное внимание учитывать именно вот этому моменту, чтобы у нас была единая территория города Перми, и все любые услуги, предоставляемые муниципально, будь то образовательные услуги, транспортные, они были соответствовали достаточно высоким, серьезным стандартам. Единогласная поддержка кандидатуры Игоря Сапко – показатель консолидации депутатского корпуса, всех политических сил, которые здесь представлены, готовности к конструктивной работе, нацеленности на результат, уверены депутаты. Антон Шибанов, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.